Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 августа, и я вот только что подходила к штрауху, говорила, что все крупноплодные уже оборваны, а штраух, он все плодоносит, плодоносит и плодоносит. Смотрите, как колоновидная яблоня. Но я еще и хочу показать вам томат Вова Путин. Я вам говорила, что он нынче меня поразил своими размерами, всем, что он был крупный. И я вот сейчас хочу высказать интересное такое соображение. Я вам говорила, что в этом году в теплице из-за такой аномальной жары томаты были намного меньше размера, чем другие, ну, чем в другие годы. Но почему-то томат Вова Путин, на него это ничего не подействовало. Вот смотрите, какой последний представитель Вова Путина. Видите мою ладонь и вот этот Вова. Я не знаю, если он написан 350-400 грамм, вот этот грамм 700, это точно. Я его буду потом завешивать и вам покажу. И что мне интересно, в одних и тех же условиях, как по-разному ведут себя томаты. Кто-то мини-версию в этом году мне выдал. Вот Настенька, например, мельче была, Демидов. На улице крупнее, а здесь в теплице мельче, потому что здесь было очень жарко. А Путин поразил меня своими плодами. И что самое интересное, вот видите, он до сих пор пытается еще выдать. Вот уже к перегородке я его привязала. Вот это вот на стене, видите, как закругление уже идет, это потолок. И он выдает плоды, и они тоже крупные. Смотрите, вот моя рука, вот плоды. Они даже под потолком умудрились дать огромные плоды. Конечно, это хороший результат. Мне нынче... Я всего второй год выращиваю этот томат, и вроде как к нему присматриваюсь с той, с другой стороны. Смотрю все его характеристики. Вот видите, вот это еще пятнышко, значит, он еще не совсем созрел. Когда он совсем созрел, вот это все исчезает. Он делается равномерно, такой красный, даже с малиновым отливом. Но я его все равно сегодня сорву, а то он... Уйду я надолго, переспеет и отвалится. Все, вот это Вова Путин, еще несколько слов о нем. О том, что он даже до осени... У нас в теплице это считается уже осень, потому что я высадила уже в апреле, сеяла рано. И вот он до сих пор с такими огромными плодами. Меня еще поразило, что я вот этих не видела, пришла, они такие большие налились. Так что он, вероятно, у него очень длительное плодоношение. И несмотря на условия неблагоприятные, нынче дал очень большие плоды. Все, до свидания. Пойду оббирать, резать Вову Путина.